Блогер Агаранин сигнализирует, что на Самарской набережной в районе полевого спуска уже который месяц действует разливайка пива. В ней есть возможность купить пенистый напиток прямо на вынос. А ведь в Самарской мэрии рапортовали, что городская набережная стала безалкогольной. Но, как водится в нашем городе, если очень хочется, то можно все. Нигде на набережной, кроме как в этой разливайке, больше нет возможности приобрести пиво. В результате чего она стала монополистом на всей Набе. Рядом с разливайкой каждые 20 минут проходят дружинники, но продажу пива они, конечно, не замечают. Давайте посмотрим, что станет с этой точкой после данного поста, размышляет блогер. Блогер Алексей Авдеичев опубликовал подробную инструкцию, как Самарскую Луку объехать на велосипеде за 3 дня. Вам потребуется всего лишь один отгул – велосипед, палатка и стандартный набор необходимых в любом походе вещей. Ах да, обязательно обзаведитесь горелкой и парой газовых баллонов, ведь костры на территории национального парка жечь нельзя. Продукты и воду можно не брать, они лишь добавят веса. Все приобретается во встречающихся на пути селах, пишет блогер.